Итак, сегодня первый полуфинальный матч. Можно раскладывать шансы команд, можно попытаться что-то спрогнозировать. Однако нельзя забывать, что на пути к этому матчу и вообще по сезону соперники очень много сил. Мне кажется, от того, кто будет свежее и в этом матче, и в следующем, зависит многое, если не все. А я думаю, у них еще есть силы, потому что должно остаться ведь что-то и для финала. Что мы увидим там? Очень дальний удар и очень спокойное действие голкипера. Мастер делает свое дело спокойно, размеренно. И продолжается атака. Вот об... Не надо смотреть. Не надо искать, а этот пас отдать. Надо двигаться. Мяч уходит на угловой. Штрафную эту передачу готов принять. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Хороший момент. Голкипер контролирует ситуацию. Шанс для Барсы. Команда будет подавать угловой. Борьба после углового привела к тому, что вратарь отбил мяч, но недалеко. Денис Глушаков. Неточный пас. Очень неточный пас. Вроде не мешал никто, однако аут в пользу соперника. Что творит Лионель Месси? Серхио Бускетс. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Серхио Бускетс. Блокирует удар защитник. Что творит Лионель Месси? Конечно, даром никто мяч не уступит. Так можно упереться и в угловой флажок, если соперник позволит.
Неймар. Серхио Бускетс. Классический девятый номер. Все подобные передачи на него. На хорошей скорости, между прочим. С мячом почти никто не встретит. Удар! Достает голкипер. Это удар. Такой гол! Ну, ребята, ну надо же страховать своего вратаря. Он там крутится, как белка в колесе. Все его старания перечеркиваются вашей же нерасторопностью. Матча пришлось ждать 15 минут. Не сказать, чтобы это очень долго, правда? Иньеста. Что творит Лионель Месси? Этот перехват — награда за его старания. Приглашает вингера к рывку. Зажигает линейный флажок, офсайд. Денис Бушаков. Полностью контролирует ситуацию в своей штрафной, голкипер. За доли секунды принял правильное решение, вышел вперед. Это класс. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Хорошую тактическую выучку демонстрирует защитник, и очень легко этот пас перехват. А до ворот-то не так уж и далеко, вполне возможен удар. И атака развивается флангом. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Серхио Бускетс. Бубровки передача. И защитник головой убивает мяч за пределы штрафной. Отбивает мяч вратарь, но атака не завершена. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Дьюф. Серхио Бускетс. Дьюф. Забивать. Ну давай! И в этой суматохе защитник оказывается молодцом. Из-за боковой поглядим, как команда сумеет выбросить аут.
Круз. Серхио Бускетс. Алаверды, если угодно. И вновь вместе с мячом. Каждый расценил эпизод по-своему, а арбитр по-своему. Не надо смотреть, не надо искать, кому пас отдать. Надо двигаться. Отбил его, но куда? И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Дилс. Что творит Лионель Месси? Продолжайте играть, спартаковцы. Своевременный перехват. Можно перевести дух. Серхио Бускетс. Верховой пас на месте. Даниэлес. Мало того, что неточный пас, еще и есть возможность для контрвыпада. Это еще хорошо, что не случился обрез. Пас по флангу. Иньеста. Серхио Бускетс. Неймар. И в центр штрафной теперь. Серхио Бускетс. Никаких сложностей в защите этот навес не доставил. Серхио Бускетс. Неймар. Вступают игроки в борьбу за мяч. Довольно жестко получается. И Барселона получает право на удар с угла поля. Видел момент навеса, вратарь все рассчитал, дистанцию вышел и забрал мяч номер. Быстрый переход в атаку. Это удар! Удар поворотом не точно. Как угодно может крутить, вертеть защитниками, но на этот раз результативного удара не было. Серхио Бускетс.
А если подать? Должен быть гол. Дернул мышцы. Это 3 недели. Минимальное количество голов, минимальный перевес. Нас не ждет вперед. Посмотрите на арбитра. Судя по всему, перерыв он провел довольно-таки неплохо. Денис Бушаков. Ну уж я не знаю, просто грубым фолом соперник. После удара дальнего мяч вратарь поймал и готов сразу начать развитие атаки своей команды. А что затягивать? Серхио Бускетс. Дани Алвес. Ну, в момент навеса не посмотрел игрок на то, что вратарь выходит. Но не посмотрел и не посмотрел. Вот вратарь мяч и забрал. Трудно одному атаку развивать. Поддержите его, ребята. Иньеста. Он забивает, и счет в матче становится ничейным. Еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Передача в штрафную. Думас, бей! Гол! Отыграть его будет очень и очень непросто. И это называется гром среди ясного неба, потому что фаворит пропускает. Это называется интрига, и мы любим эту игру за интригу. Всю свою спортивную злость он вложил в этот удар с близкого расстояния. Серхио Бускетс. Дани Алвес. А можно было бы иначе тут сыграть? Или все было закрыто? Серхио Бускетс. Думаю, что следующим техническим действием должен быть пас. Дьюф. Серхио Бускетс. Это даже не перехват, это просто подарок какой. Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась, или это комментаторский штамп, но я думаю, что понят буду верно.
Фол против Барселоны – обычное дело. У команды должно быть 120 разных вариантов розыгрыша стандартных положений. Так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Какой опасный все-таки подкат. Ну, нельзя не наказать за это. Идет второй тайм, и надо отбиваться, в том числе и с помощью новых игроков. Бить и забивать. Прекрасно сыграна защита. Одиннадцать метров до ворот после короткой паузы. Это не борьба и не хоккей, господа. В футболе подобные вещи карают штрафным ударом. Ну да, не успевал он за оппонент, поэтому пришлось нарушать. Ну и вот замена у команды лидера. Хорошая реализация, примерно так и надо бить пенальти. Причем хорошее, уверенное исполнение пенальти. Не по учебнику, конечно, но тоже неплохо. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз, и еще, и еще. Проигрываем команда. Вполне резонно, что тренер ищет варианты. Вот один из них – выход нового игрока. Педро. Что творит Лионель Месси? Дани Алвес. Покинул мяч в пределы поля и вернется после удара. Есть основания думать, что сейчас появится новый игрок. И, разумеется, руки голкипера с удовольствием забрали то, что само у них шло или летело. Серхио Бускетс. И хорошая передача пяткой. Жест арбитра красноречив. Мяч ушел за лицевой удар от ворот. Свисток арбитра зафиксировал аут в пользу футбольного клуба «Барселона». Маскерано.
Ушел мяч в аут. Вбрасывать будет Барселона. Неймар. Месси. Неймар. Дани Алвес. И есть выбор у игрока. Несколько решений. О, вот шанс забить. Угловой подаст Барселона. И продолжается игра, невзирая на то, что вроде бы вратарь мяч отбил. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Месси. Как учили. Выходит вратарь очень спокойно, уверенно и намертво забирает мяч в руки. Не худший вариант. Аут, хотя, конечно, пас безобразный, но соперник мяч не перехватил, а ведь могло быть и так. Маскерано. Дани Алвес. Серхио Бускетс. Иньеста. Неймар. Уходит за лицевую линию. Все это заканчивается угловым у ворот соперника Барселоны. И атака развивается флангом. Положение вне игры. Было ли оно? Футболист падает, похоже, потянул мышцу, а ведь контакта-то и не было. Подает штрафную. Забирает мяч вратарь, в принципе, у него есть возможность сразу его вбросить. Продолжайте играть, спартаковцы. Ромуло. Красиво, правда? Какой прыжок и намертво поймал мяч. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Маскерано. Так, молодец. Удар головой, он особенно труден для вратаря. Размах на рубль, удар на копейку. Ну, хорошая поговорка и в данной ситуации подходит 100%.
Удар мимо. Серхио Бускетс. И, похоже, был офсайд. Да, арбитр свистнул, положение вне игры. Можно никуда не спешить, офсайд зафиксирован. Определенно, то ли встал не с той ноги игрок, то ли пас отдает не той ногой, но что-то у него сегодня не получается. Классические действия вратаря после навеса. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Ну что ж, в конце игры команда еще раз напоминает нам, что сегодня она была сильнее по всем статьям и в каждую из этих. Но как с ней бороться? Такой игрой абсолютно не победить. Еще один мяч забит, и уже в компенсированное время. Что такое этот мяч? Гвоздь в крышку гроба. Последний просто. Прозвучал, 5 мячей в этом матче было забито, из них 80% на счет. Ну что ж, в первом матче этого стыка есть победа, но в следующий раунд пробиться будет нелегко. Потому что второй матч будет таким же напряженным, потому что второй матч, может быть, даже будет сложнее, чем первый. Ну что ж, надеюсь, это время не зря мы провели с вами. Комментировал матч Юрий Розанов. До новых встреч и всего хорошего. Забили, забили, есть! Барселона добивается успеха. Удар и гол.
И вот вам, пожалуйста. В воротах мяч! В воротах, гол будет засчитан!